Нацпроект демографии утвержден 24 декабря 2018 года. С тех пор в стране началось стремительное развитие сферы дошкольного образования. Ключевая ветвь нацпроекта – строительство детских садов. В Ульяновске уже появляются новые объекты. Наша съемочная группа побывала в садике, которого так не хватало жителям Засвияжья. С безопасной площадкой и удобным расположением. Учреждение разместилось на первых двух этажах нового дома по улице Александра Невского. Сад получил интересное название – «Белка и Стрелка». Выбрано оно не случайно. Этот детский сад будет связан с космической тематикой. Даже группы в нашем дошкольном учреждении, они названы не группа, там, например, сладкоежки, а планета сладкоежек, там, планета галактика. То есть дети будут окутаны вот этой тематикой. Молодая мама Юлия недавно вышла на работу. Семья срочно ищет садик для двухлетнего Святослава. При любых попытках пристроить сына мама получала отказ. Проблема нехватки мест решилась в этом году благодаря «Белке и Стрелке». Конечно, очень ситуация плохая с садиками. Нам ничего, грубо говоря, не обещали. Сказали, в лучшем случае мы пойдем после распределения сентябрьских детей. Вот. Поэтому мы, конечно, в восторге, во-первых, от самого района. И сад безумно красивый, современный. В районах Ульяновской области тоже решается вопрос дефицита групп раннего возраста. В настоящее время активно ведется строительство детского сада на 240 мест в микрорайоне Искра города Ульяновска. Также продолжается строительство детского сада на 280 мест с бассейном в городе Барыше. Также учреждение строится в селах Сосновка и Большой Черклей. В Засвияжском районе города тоже растет большой детский сад. Разумеется, все перечисленные включают в себя группы для самых маленьких. 100% строящихся дошкольных учреждений должны быть готовы к 2021 году. Виктория Чиркова, Руслан Баталов, новости Улправда ТВ.